Привет, на связи Владислав Барабанов, это «Новостройки Санкт-Петербурга». Сегодня разбираем проект бизнес-класса «Модум» от надежного застройщика «Арсенал», который строит вовремя, качественно, более 25 лет на рынке недвижимости, а также не тянет с ключами, достаточно быстро выдают. Дом в Приморском районе, проект находится, три корпуса по проекту запланировано, первые два сдаются, третий квартал 22-го, то есть в этом году ближайшие сроки. И третий корпус, где мы разбираем квартиры, сдается второй квартал 23-го, ключи до конца 23-го уже заедете. То есть в ближайшие сроки, если как раз вы хотите пораньше заехать, получить ключи, да, этот проект вам идеально подойдет. Локация Приморского района, конец Комендантского проспекта, на Глухарской улице строительный участок, там располагается дом. Дом монолитно-кирпичный, от 6 до 12 этажей, в фасаде кирпич. Проект бизнес-класса, чуть позже расскажу, почему. В прошлых роликах мы разбирали студию однокомнатную, евро-двушку, двушку, евро-трешку. Если для вас они актуальны и интересны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Сегодня разбираем 4 евро-планировку, это когда трехкомнатная квартира с кухней-гостиной. Прежде чем пробежимся по планировке, коротко напомню, что с моей помощью можно провести квартиру в этом доме, либо любом другом, но от надежного застройщика в Санкт-Петербурге. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатны, их оплачивает застройщик, при этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика. При этом юридически сопровождаем, также если вам понадобится ипотека, сможем вас одобрить. По лучшим ставкам у нас онлайн-оборот со всеми банками и свои ипотечные специалисты. Если вы в другом регионе, поможем провести дистанционную сделку. И самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры, друзья, это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp и Telegram. Давайте пробежимся по планировке. Стоимость квартиры актуальна на момент съемки. Сегодня 4 апреля 2022 года. 82,8 квадратных метра, 4 евро планировка. Выбрал самую минимальную стоимость и метраж. Есть метраж и больше, по другой стоимости, конечно. Прихожая 13,4, есть ниша под шкаф. Спальня 12,3. Далее кухня-гостиная 18,5. Далее раздельный санузел 1,5. Ванна и второе санузел 5,3 и сауна 3 квадрата, третья спальня 15, точнее вторая спальня 15, третья спальня 11,8 и лоджия 3,3 квадрата. Эта квартира как раз в том числе сауны, да, это очень здорово, есть отдельная зона для нее. По стоимости на сегодня это 19 682 тысячи рублей. Пятый этаж из 12, отделка white box, подчистовая, для того, чтобы вы могли все свои дизайнерские решения воплотить самостоятельно. Можно провести как за прямые деньги, так и в ипотеку. Ипотека, кстати, на сегодняшний день актуальная информация от 1% в этом доме можно получить. Чтобы получить одобрение, напишите мне в WhatsApp. Давайте пробежимся по преимуществам проекта. Высокие потолки до 3,3 метра, авторский ландшафтный дизайн, своя зеленая территория, это всегда здорово. Архитектура от 6 до 12 этажей, до 4 квартир на лестничной площадке, соседи будете знать лицо, дизайнерская отделка лобби, квартиры с террасами, гардеробными и саунами. Школа с уклоном IT, прямо на территории своя школа, это также плюс, когда есть своя инфраструктура. Подземный паркинг с прямым доступом на лифте, это также плюс, фишка бизнес-класса. Собственный фитнес-клуб со спа-комплексом и с бассейном для жителей этого проекта. По сути, в тапочках можно ходить, будет бассейн. Это также классно. Можно приобрести квартиру в этом доме как за прямые деньги, в ипотеку, либо рассрочку. Таким образом выглядит панорама. Это первые два корпуса и третий, который в следующем году сдается. Поэтому, друзья, если хотите приобрести квартиру в проекте «Модум», либо любом другом, но от надежного застройщика Санкт-Петербурга, пожалуйста, обращайтесь ко мне, услуги бесплатны, подберем квартиру по вашим параметрам. Чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp и Telegram. Бесконечно благодарен за просмотр, ставьте лайки, подпишитесь на этот канал. До новых встреч роликов, друзья. Пока-пока.